Ремонт сельских дорог, решение проблем с водоснабжением и газификацией – социально важные вопросы жители Мурел задали напрямую главе региона Александру Евсефееву. И самое главное – получили реальные ответы в ходе приема граждан в общественный приемный президента России. Сюда пришли люди, озабоченные не только личной судьбой. Например, Юлия Ермакова интересовалась вопросом благоустройства территории перед столичным дворцом молодежи. А жительницу села Ронга волнует вопрос водоснабжения, которое сейчас в микрорайоне Юбилейный – этого населенного пункта работает с перебоями. На эти вопросы жители получили положительные ответы. К новому учебному году отремонтируют и площадку перед дворцом, и завершат строительство водопровода. На решение последнего вопроса выделено более 4 миллионов рублей из республиканского бюджета. Мы живем в микрорайоне Юбилейный, который находится в селе Ронга. Водоснабжение нашего микрорайона осуществляется с ронгинского торфобрикетного предприятия, которое давно не работает и находится в состоянии банкротства. Поэтому у нашего населения постоянно возникают проблемы с водоснабжением. Этой же водой у нас пользуется котельная Марии Коммунэнерго. Поэтому мы бы хотели узнать, есть ли возможность подключить нас к центральному водоснабжению села Ронга. Мы просим посодействовать, помочь отремонтировать площадку перед Дворцом молодежи, так как она много лет не ремонтировалась, асфальт разрушился, и дворец имеет непрезентабельный вид, а там проходит очень много мероприятий дворца. Это День молодежи, различные концерты, и дети, которые там занимаются, выступают на этой площадке. Это неудобно и небезопасно для детей, и проблема – неудобно парковаться родителям, когда привозят детей на занятия. Поэтому мы бы очень хотели, чтобы нам заасфальтировали эту площадку. Зоя Ипатова из села Нагорино Волжского района говорила о давней проблеме – грунтовой дороги в ее родном населенном пункте, по которой в распутицу не проехать. И тут хорошая новость для селян. Автодорогу планируют построить в 2020 году в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Проектно-сметная документация на объект уже разработана и сейчас находится на госэкспертизе. Оперативное решение вопроса было найдено и по аварийному состоянию участка дороги Сернур-Казанск-Кукнур. К ремонту дорожники уже приступили. В этом году будет отремонтирован участок с 21 по 31 километр. На будущий год приступят к участку с 31 по 43 километр. А в селе Алексеевское Мураторекского района в ближайшем будущем начнется газификация.